Алиса, Алиса, смотри, что я нашел. Как ты думаешь, что это такое? Глупенький Миша, это же черничное варенье. Его мама сварила из замороженных ягод. Варенье, а оно вкусное? И еще спрашиваешь, это мое самое любимое варенье. Ой, а давай его попробуем. А как же мы его будем есть? Ложки-то на кухне, а там мама готовит. Она не разрешит нам есть варенье. А мы будем кушать без ложек. Это как? А вот так, смотри. Ням, 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 ням. Миша, Миша, стой, стой, стой. Теперь моя очередь. Ням, 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 ням. Ха-ха, весело, правда? И вкусно. Ой, на кого ты похож? На Хрюшу. Алиса, ты тоже не лучше. Алиса, Миша. О, вы что это тут наделали? А что это с вами случилось? Ой, мама, мы решили попробовать твое черничное варенье, а ложки-то у нас не было. И мы решили кушать без ложки. Ах, вы мои проказники, ну как же я теперь вас отмою? Давайте-ка я попробую брать это варенье бумагой, ну-ка. Ой, нет, еще больше размазывается, придется принимать душ. Не хотим душ. Нет, не хотим. Угу, не хотите. Ну ладно, значит, тот, кто не помоется, не будет пробовать мамин яблочный пирог. Что? Яблочный пирог? Я хочу мыться! Я первая! Нет, я, нет, я, нет, я! Миша, не ссорься с Алисой, ведь она девочка. Давай ее пропустим. Ну ладно, так уж и быть. Пусть Алиса моется первой. Вот наш душ. Заходи в него, Алиса, я помою твое личико. Вот так? Вот так. Включим душ. И начнем тебя отмывать. Еще чуть-чуть. Сполоснем чистой водичкой. И выключим душ. Теперь Мишина очередь. Ты готов? Готов. Включай быстрее душ. Поворачиваю нашего медвежонка. Вот как хорошо. Теперь и Миша будет таким же чистым, как его сестричка Алиса. Чуть-чуть постой под душем, чтобы смылось лишнее мыло. Все, мама, мне кажется, я уже готов. Вот и хорошо. Выключим наш душ. Какие же вы у меня стали чистенькие, хорошенькие. Просто приятно на вас посмотреть. Братик и сестричка. А теперь мы заслужили яблочный пирог. Конечно, пойдем быстрее к столу. Ура! Пирог! Ой, одеться-то одеться не забудьте. Друзья, а вы любите черничное варенье и яблочный пирог? Напишите нам об этом в комментариях. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и переходите на наши другие видеоролики с куклами и пупсиками.